Доброе утро. 9 часов у нас. Меня спрашивали, кстати, во сколько я просыпаюсь. Мы просыпаемся, когда всем на работу, в садик, в школу. 6:30. Успевают дети отжаться. Я наглаживаю вещи с утра, поэтому я все это успеваю делать. Чай, кофе делаю, в общем. И тогда все успеваю. Так, чтобы уже к 8 все были на работе и в школе, в общем, сегодня я всех завозил. Сегодня мы проснулись в 7, потому что, получается, Гришке гладить уже не нужно, он дома. Что еще? Поэтому вот в 7 теперь будем просыпаться. Летнее время у нас. Вот. Погода вообще не меняется, также пасмурно. Я решила сменить чехол. Вот этот вот я почти не носила его, то есть заказала уже давненько, один из самых первых, но из-за того, что он похож на котика, Афоня мне кричал: «Дай мне котика, дай мне котика». Я его не носила. Вот этот вот сняла. Он мне очень нравится. Еще один камушек отлетел за вот это вот мое время использования. Но смотрится его вообще незаметно, что он отлетел. Он очень классный. Единственное, когда его кладешь вот так вот, то есть он неустойчивый, потому что вот эта металлическая бляшка, и он достаточно тяжелый. Но он мне нравится по виду. Но все равно я решила его пока сменить на этот. Вот, если честно, говорю вам доброе утро, а сама уже жду вечера, потому что мы поедем с Жуней, ну, планируем, по крайней мере, поехать купить батут. А Фоньке решили на день рождения. Мы обычно заказываем подарки, вот, и детям, и себе, если мы что-то хотим, то заказываем нашим гостям. В этот раз мы заказали просто деньги, потому что решили купить батут. Вот этот с сеткой на пружинах, которые синенькие, они там бывают, в общем, как я его называю, 150 рублей 10 минут у нас обычно стоили, 150 там расценки. Вот решили купить, потому что детей у нас много, и я думаю, что он будет обкатает, отслужит все, что нужно, и будет пользоваться спросом. И там у нас на полянке мы его поставим. Надеюсь, что погода наладится и будет уже, хотя бы не будет дождя, чтобы можно было прыгать. Вот. А сегодня мы еще и вяжем. Так что я должна в темпе вальса все делать, успевать и повязать. И посудомойка уже моет посуду, стиралка стирает белье. Я сейчас пойду родителям помогать вязать. И еще потом приду, приготовлю обед. Супчик или что-нибудь жидкое, в общем, буду готовить. Вот, так что планов куча. Ух ты, а Григорий тут что-то строит. А Зоя едет. Ты поехала, Зоя? Поехала. Ты первая? Поехала. Афоня, а что это Гриша построил? Дом. Дом? Дом. Ой. Не проезжает, она ударяется. Баба. Проехал. Афонь, лови машину. Эй! Афоня, дой! Врезалась? Баба, да? А ну-ка дайте Зоечке машину. Боже, это землетрясение. Зоя сломала домик. Афоня сломал тебе домик? Да. Мама, это опора просто, машина и въехала. Угу. Помнишь? Ну да, ну можно даже как на картах. У них просто ж трасса без крыши, из колес тогда сделана. А ну карту можешь? Афонь, что ты делаешь? Что это такое, сына? Мама. Ногти погрызть еще на ногах. Зоечка, а ты кто, крабик? Покажи крабика. Мама. Как ты делала ножками крабика? О, Афоня поехал. Удобрение? Покажи. Черный жемчуг, да? Ну это мы такое новое, первый раз, да? Белый жемчуг. Вот в такой баночке оно. А это что-то? Нитробор дали, да? Купили. Ясно. Мам, мне вот эти обувочки? Да, и шапочку желательно снять. Так что мы тут, я уже кинзы повязала. Только все надо теперь мыть, да? Папуля даже нарвал молодой морковки уже. Так что сейчас пойдем готовить суп.
Мы сейчас уже будем начинать обедать. Всем уже разложили по тарелочкам. Да, у нас лапшичка на бульончике. Григорий уже начал дуть, да, сынок? Тут мои дети. Афонечка, вы сейчас сломаете шкаф? Вылазьте оттуда, вы же уже тяжелые. Зой, вылазь. Вылазь, вылазь, вылазь. Зой, ты сейчас сломаешь шкаф? Заюня, давай. Вылазь. Афонь, давай ей руку. Ручку дай Зое. Держи ее, держи. Все, все. Вот так теперь здесь на пол можешь садиться и играть. Да, молодец, Заюня. Задвигай. Все, теперь можно так играть, да? Тоже брать машину. Да, все могут поломать, если вы так... Зоя, вот этого тоже делать не нужно. Все, видишь, ждешь, мячик выкатился. Еще один тут, а вот еще зелененький катится, да? Ой. Вот, его вот так наклоняй, и все готово. Вот так клади. Давай, по какому будем стучать? И ты будешь стучать? Ну, сейчас мы эти выкатим. Давай, Заюнь, вот так их поставим. Вот-вот-вот, они выкатились. Давай, по очереди. Хорошо? Один шарик для Зоечки, один для... Ты не жадина, Афонь? А кто ты? Ты Афоня? Поехали, скажи, да? Поехали, шарики. Вот. Сейчас уже Зоечка домой поедет, до мамы, да, Заюня? Да. Не, Афоня, ты зубастик. Все, уже поехали, поехали, поехали. Опа, зелененький уже приехал, да? Ты его сюда чуть-чуть наклоняй. Итак, смотри, вот он выкатился. Все, теперь, Зоечка, дай Афоне теперь один раз, потом ты еще, Зой. Потом я. Так ты Афоне дай. А то понятно, что потом ты, да? Да. Зой, ты что, жадина-говядина? Это. Это. Ты дай Афоне молоточек. Дай я. Я, дай. Ой. Ну, сейчас Зоечка домой поедет, ты будешь играть, да, Фуфа? Да. Григорий будет сейчас читать нам. Мы вяжем, я укроп. Москва, 2013. Угу. Как назвать? Марина. Солнечный день. Все, мы с Григорием уже почитали, да, сына? Пописали. Пописали. И математику даже, да? Глянь. Угу, это редиска, да. Это редиска, конечно, в этом году не очень удалась, да? Ну, я всего одну пока. Так, собрала. Гриша сейчас собирает урожай. Вот, салатные листья. Давай. Бля, уже даже другие начали, я здесь их не сел. Угу. Второй ряд. Ну, все тогда, котик, давай убирай. Расскажи, что у тебя здесь еще? Вот здесь лук, это же острый перец астраханский. Угу. Было написано. Да, вот же это острый перец, да? Это чеснок. Чеснок. Ты еще пока путаешь, да? Вот это этот, как его? Щавель, щавель, да. Щавель молодой. Вон там, пошли покажу. Мама, вот эти цветы я тебе оставляла. Да, цветы мы будем пересаживать. Я же там уже чуть-чуть их попересаживала. Да. Это все цветы? Угу, да, вот это очень красивое. Будут или розовые, или белые. Угу. Только аккуратно, вот уже фасолька, видишь, пошла. Вот это фасоль. Ага. Блядь, вот это уже как называет. Да. Да, она же будет слестись, да? Да, ее надо, кстати, эту сына. Что? Ну, прополоть, ты видишь, вокруг нее отполоть траву. Понял? А сегодня у тебя еще день посадки, да? О, ящерка. Ага, глянь, где была, да? Ну все, отпускай ее, пусть бежит. Маленькая. Сегодня у тебя день посадки, да, Григорий? Что ты будешь сажать? Нет, ну там тыкву, я, наверное, девушку.
А что, ну сделай, пропали себе. Ну, что, вдруг я что-то не так сделаю. Гриша, в ямку кинуть по одному семечку, Гриша. Там не трудно, не переживай. Ну, еще помидоры, да? Не, ну я, наверное, на каникулах вот это все еще посажу. Здесь сейчас я вот это все хочу сполоть. Угу. Смотри. Это вот, да? Потому что тут потом бассейн будет. Угу. Так, чтобы чуть места все равно останется. Тут навоза много, тут червей много. Да. А у нас тучки опять заходят, блин. А? Тучи опять, да? Угу. Черное все небо. Салат? Красивый. Угу. Нарвал клубнику. Ну, отлично. Иди теперь помой хорошо в тарелочку. Какая сладкая. Мы сейчас с Дашей договорились погулять. Антохина работа. Ну, прикольная. Ты сам, Антош, лепил? Да, все сам. Покажи жираф. Потому что Юля вот так вот ставила. Ух, у тебя это, палки. Вернее, кружочков, сколько ты много там нарисовал. У кружочков много. Как он это, как он называется? Далматинец. Не похож. Не похож, что шея длинная. Так, все, мы домой, да? Какой домой? Не, ну сейчас же сосисок купим, дома покушаем и до бабушки с девушкой. Ну что, у нас сейчас быстренький ужин и поедем в обе, да, возмол. А ты до дедушки, да. Нас с Васильевым. Слушаться, понял? С овощами, у детей сосиски с макаронами. Так, все, мы приехали в Оби, возмол в Оби. В общем, сейчас пойдем смотреть батуты. Дети у бабушки с дедушкой. Танки грязи не боятся, да? Рай для меня. Рай для меня. Я бы тут и жила. Вот такой вот батут. Ну, глянь, он прям классный, да? Сколько он? 11 900. Все, мы посмотрели здесь батут в Оби. Сейчас объедем, чтобы не обходить. Объедем в этот. В Декатлон еще посмотрим. Я не знаю, в спортмастере нету. Или сейчас в спортмастере только шмотье. Не знаю, там барахоловка, я тогда зашел. Ну да, ну может, сейчас посмотрим. Есть, но там, если есть, я на ней. В общем, в Оби все. Мы посмотрели, если что, вернемся. Теперь объезжаем за угол. Сейчас заедем. Так, пищит у нас тут там пристежка. Все, куда мы сюда? Есть места. Декатлон. Вот, мы смотрим здесь батуты. Вот этот диаметр, слышишь, 4,20. Ну, прям заметно. Тут его можно потестить, Декатлон. Его смолим, и в Оби, вернее, мы еще не спросили, да? Тут вот разные батуты. Вернулись мы опять в Оби. Пойдем сейчас здесь точно уже смотреть батут, да? Уже включили подсветочку. Возмол. Красоту. Летачку. Сейчас будем шляться. Глянь, какой классный детский этот зонтик. Посмотри. Че ты смотришь? Он какой-то как будто из пластмасски, да? Глянь, какой детский. Тебе нравится? Мне нравится. Вот это вот качели, лазит лесенка. Сколько она? 12 тысяч? Yeah. Мне нравится. Всякие горки. Ну, горка у нас есть. Горка у нас есть. Домики сколько? Вот этот пластиковый 4 тысячи, а большой даже не знаю. Слышишь, из какой фанерки он тоненькой? Чего? Он что-то из такой тоненькой фанерки. Мне кажется, он размокнет, да? Вот этот. Вот качельки. Вот это мне нравится, смотри. Слышишь? И по этому, и по цене нравится, и по этому, и по объему, да? Или они все на пружинках? О, ну, здоровская. Но это, наверное, дороже, то, что регулируется, наверное, уклон, да, вот этого? Трехместная.
Так, вот он батончик. Сейчас будем его брать. Нормальный такой? А как мы его повезем? Наверное, надо что-то другое сюда, брать. Не, сюда-то мы его засунем. А сколько ж у него тут вес? Не знаю. Непонятно, там палки вот эти. Ну, железяки же, да. Ох, нихера себе. Юху, я еду. Зай, ты со лба стикер ценника сними, а то купил тебя. А то пищать буду, да? Орхидейку, кстати, купили за 328 рублей. Все, я на телеге. А ты думаешь, я тебе бесплатно везу? За 328 рублей? Да, не боюсь. Юху! А-а-а, Citroёn! Тормози, в общем, круто, прям. Купились, я прям счастлива. Орхидея. Ну и вообще, батута счастлива. Кстати, швабру, я представь тебе, только говорю, можно я швабру посмотрю? И какая-то девушка тоже своему парню говорит, а можно и я швабру посмотрю? Короче, что надо настоящей женщине? Орхидею и швабру. Не, главное, чтобы и орхидея, и швабра, знаешь, и все в один день. Что, складываем, наверное, сиденье, да? Ну да, и должно все залезть, да? В общем, вот так вот у нас складывается сиденье. Но тут ничего не видно, правда. Ну, в общем... Короче, будет... поверьте на слово, что слаживается. Да. Ты что, у нас, прикиньте, слаживается сиденье. Это только у нас. Это только у нас может быть. А в окушке не слаживается, да? В окушке оно не раскладывается вообще, в принципе. Так, ставь тогда пока на пол пакетик. Сейчас будем как-то... Это твое? Там же лампочки, да. Ага. Швабрику поаккуратнее. Ну, Зоя. Это будет видео 18+, знаешь? 18+? Да. Давай, грузить стоишь. А я же. Подожди, 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 сейчас. Давай я орхидейку поставлю. Подожди, надо зайти. Давай. Покажите колесики. Боковая парковка или как она? Слышь, как гроб вот это, знаешь? Вот. Блин, тебе пунктина. Шли в Икея, тут такая крутая подруга Чача вообще. Так, все, мы домой. Вот, красота вообще. Так, ну что, Афонечка, домой? Да. Вот он, батут. Кстати, мама, это мой любимый. Большой пока, родня. А, кстати, синий мой любимый. Ты еще из-за... Сейчас быстренько, пока мы дома, покажу, что купили. Хлеб купили на пробу сырный какой-то. Именно который пекут в Окее. Шоколадок. 8 или 9 штук для шоколадного фонтана. Купила ванильный сахар. Доктор Эткер. И еще разрыхлитель. Ну, где-то он здесь. Вот тоже такую же фирму. Фитаксу для салата. Для греческого. Хорошо. Так, что это такое? Свечки, рыбку красную купили. Так, что мы еще купили? Пакеты у нас заканчиваются. Ой. Для торта коровку из кореновки сгущенку. И еще купила попробовать морскую капусту с салатом кальмаром. В общем, салат с кальмаром. Нет, это мы не сейчас, котичек. Это же мы тебе тортик же будем делать. Слышишь? Так, что еще? Швабру купили. Это мы в обе купили. Вот еще один пакет из Окея. Печенюшки какие-то. Мария. Мария. С кунжутом. Так, далее. Майонез маленький. Творожный сыр. Две пачки. Так, что еще мы купили? Свечку цифра 3. Корица молотая для пряничков. Еще одну мисочку. Это Гриша для клубники, Григорий. Форму для выпечки, потому что моя уже сломалась. Вот это для клубники. О, я пригодится. Пригодится тебе? Тетради, Григорий, это тоже тебе по 4,40 были. Листы, правда, сероваты. Клетку и в посудине. Держи, Григорий, это все тебе. По 4 с чем-то там они были.
Давай, сыноль. Так, это что, канапе называется? Вот, для, набор для канапе будем пробовать иногда на завтрак давай, себя давай, баловать. Давай, соевый соус. Такое ведерко майонезное. И сухарики, которые именно кулинария киевская делает. Теперь пакет с оби. Три вот таких вот горшочка. Лапочка-дочка. Да. Так, вот эти три горшка. Дальше душек. Для родителям мыть кинзу, там все, что надо мыть, шпинат. Потому что все в грязи. И такая погода чудо надолго. Так что вот такой вот распылитель. Так, надо бы его положить. Что еще тут? Шпагат, лампочки. Ага, и вот такие вот светильнички дневного. Это по 49 рублей они. И в общем-то и все. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you getting using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own.